Я ленился. Нет! Вопросы кончились, друзья. И всех хвалю, ребята, я. Зачету подошел конец. Кто не ошибся, молодец. А кто ошибся хоть чуток, тот не молодец, а молоток. Итак, у нас остались еще несколько номинаций. Сначала я хочу вручить только одному ученику моего класса подяку, благодарность за очень высокую посещаемость школы. Из большого количества дней этот ребенок, этот ученик первого класса, пропустил всего лишь один день. И это под аплодисменты Мицеля Владимировна. Выходи давай! Поэтому крепкого тебе здоровья, да, чтобы ты не пропускал уроки, потому что в классе удобнее изучать новый материал, чем дома в одиночестве. Правда? Поздравляю, мой хороший. И целый год мы сражались за лучшие тетради. Это самая многочисленная моя номинация, где было очень сложно выбрать победителей, но все посчитала точно наука математики. Екатерина Николаевна подсчитала все ваши заработанные наклейки и за тетради по математике, и за тетради по письму. И